Здесь выполняются работы согласно договору по капитальному ремонту улицы Герасимовича. Как вы видите, работы были выполнены, но из-за несоблюдения температурного режима, перегруза тех машин, которые идут с предприятий Кременчуга, по нагруженной стороне на выход с Кременчуга образовалась колейность, из-за чего поступают жалобы, но мы в рамках договора и гарантийных своих обязательств образования колейности мы устраняем. Благодаря, что роблять, а то таке было страшно, ночью не спишь. Было грюкотать, стукотать. Ну, сейчас хорошо, не чут. Машины идут ночью, не чут, хорошо, да. Хорошо сделали сейчас.